Привет, дорогие зрители! Вот уже 3 года прошло со времени моего глобального эксперимента по выращиванию шампиньонов в подвале. Была у меня серия подробных видео на эту тему, и после того, как несколько волн грибов у меня были собраны, отработанный субстрат, компост, я утилизировал, высыпав его в свои теплицы. Прекрасное удобрение, надо сказать, качественный очень компост из переработанного птичьего навоза и соломы. То, что надо. Очень питательно и классно. И мицелий шампиньонов, как оказалось, перезимовал. Я вносил все это уже перед самыми морозами, а он прижился. Уже на следующий год, где-то в июне, у меня начали прорастать среди помидорной рассады белые шляпки грибов. Я каждый год вношу в теплицы новые ударные дозы кроличьего помета в качестве удобрений. Что, конечно, разрушает в значительной степени разросшийся за сезон мицелий шампиньонов. Видно прям, как пронизывает такими белыми ниточками мицелий всю почву, но когда я вношу, естественно, новые партии, я это немножко разрушаю. Но грибы не сдаются и прорастают постепенно в новый субстрат. Питание у меня всегда с избытком и для шампиньонов, и для растений, только поливай. И грибы растут, как грибы после дождя. Вот и в этом году, уже с середины мая, меня ждали первые шампиньоны-разведчики, а с конца месяца я каждую неделю собираю со своих теплиц стабильный урожай. Не сказать, что прям очень много, но напожарить мне стабильно хватает. Шампиньоны растут не волнами, а скорее партиями небольшими, но стабильно. Отличный вкусный гарнир. За 1-2 дня вполне набирается на хорошую жареху. Даже если просто их пожарить, там, или с гречневой кашей, ну, вообще отлично идут. Но, видимо, как раз из-за того, что я под осень ежегодно, ну, нарушаю почву, вношу свежее биотопливо от своих кроликов, шампиньоны, их мицелий у меня пророс и вглубь. И, соответственно, их вот эти корешочки, их мицелий нашли островок стабильности. Они теперь у меня активно прорастают в междурядьях и под плиткой. И теперь упорно прорастают между ней. Итак, из плюсов у меня пассивный доход в виде плодовых тел грибов еженедельно. Для их возделывания я сейчас абсолютно ничего не делаю, только собираю. Из минусов такого самосева грибов то, что невозможно предсказать скорость роста шампиньонов. Так как в подвале я устанавливал нужный микроклимат, влажность, опрыскивание, температура и мог собирать грибы нужной кондиции и размера. В теплицах при такой, ну вот, при таком полувольном выращивании шампиньоны часто перерастают, очень часто. Когда прохладно, они растут довольно медленно, хорошо. А вот как только пара солнечных или там теплых дней, они моментально перерастают, раскрываются и стоят зонтиками. А это уже переростки, не то качество. И с этим же связано то, что в теплице при жаре они быстро червивят. В подвале все было подконтрольно и никаких червей, конечно, не было. Навоз в бурте перегорал. Перегорает он при такой температуре, что там все было, ну, почти стерильно. А тут, если сухо и жарко, то, как и с лесными грибами в открытом грунте, быстро червивят грибы, к сожалению. Но даже при этих минусах на покушать мне вполне хватает. И сам факт, что я за грибами теперь хожу в теплицу, а не в лес, меня радует. Вот так, даже спустя 3 года после инвестирования своего труда в проект по выращиванию шампиньонов, я до сих пор получаю пассивный доход. И шампиньоны явно сдаваться не собираются. Был бы питательный субстрат, а уж этого добра у кроликовода завались. Так что, несмотря на то, что было вложено много труда, действительно много, шампиньоны вырастить по технологии сложнее, чем ту же вешенку, например, в пакетах с соломой. Я показывал, как выращивал вешенку. Но у шампиньонов оказались более долгосрочные дивиденды. Вот на этом все на сегодня. Спасибо за просмотр, друзья, и до новых встреч на моем канале.